Здравствуйте. 26 апреля, 8 лунный день. В созде Адья с элементом огня, стихии воды. День высших сил, благоприятный ритуал почитания огня, проведение праздников новоселья, воздвигать священные объекты, освящение их, давать наставления, принятие учения, ритуалов для умножения материально-духовного состояния, проявление подножения, меценатства, устранение негатива, стрижка волос к удлинению жизни. Ребенок, родившись в этот день, будет творчески, духовно богатым, без стремления к наживе, способным ясно отражать все свои мысли, сострадательным, понимающим родных и близких. День неблагоприятен для пашни, выезда, переходить через большие реки, ловить рыбу. Благоприятен для людей, родившихся в год мыши, дракона, неблагоприятен годам змеи, синий, тигра. И в Илгинском Цучиндуване хору Ихо Отошо, Мане Дуване также Отошо, Жидуване практика тантры со мной зажут. Будьте полезными.